Виртуальная экскурсия по достопримечательностям Магадана прошла для воспитанников онлайн-лагеря «Радуга», который организован на базе 4-й школы. Мероприятие приурочили к празднованию Дня города. Маршрут экскурсии пролегал через памятные места, а педагоги посвящали ребят в исторические подробности. Подобные онлайн-встречи проводятся для школьников регулярно. В рамках площадки мальчишки и девчонки участвуют в мастер-классах, конкурсах и образовательных мероприятиях. Всего в работу лагеря «Радуга» вовлечены более 200 ребят. По сравнению с первой сменой деток прибавилось. Значит, можно делать вывод, что детям интересно. Вот, несмотря на то, что этот формат лагеря необычный, впервые проводится. У нас организовано 8 отрядов. Отряды разновозрастные. То есть категория 1-4 класса начальные, среднее звено, и также старшие из детки. И каждый отряд у нас имеет свое направление. Мероприятия сформированы как по тематику дня, как по тематику памятных дат, да, вот как сегодня, например, посвященное Дню города будет мероприятие для всех отрядов, вот, и также по возрасту распределены. Второй сменой в Магадане охвачены 15 онлайн-площадок, в работе которых участвуют около 1500 детей. Помимо увлекательных занятий, каждый школьник еженедельно получает витаминный паёк, в который входят фрукты, молочные продукты, крупы и многое другое.